купил поесть, спрятался в тенек. Ветер продолжается. Палатку установил. В другое место. Иду смотреть, не сдул ее или нет. Покупался немного. Зачем я езжу в такие путешествия? Здесь грязно, всякие бактерии опасные для моего иммунитета, так как я из северной, из северных стран. Ну, помыться как бы только вот в океане, душ на пляже там есть. Сегодня утром я ходил там за кофе, а потом вернулся, палатку почти унесло, я хватался за нее руками, ногами, как паук, думал, надо зубами, начал паниковать, что я вообще здесь забыл. Но могу сказать, что, фу, мухи, блин, садятся, блин, мне еще не хватало. Мух здесь много, если особенно где-нибудь дофига к людям, там очень много мух, в общем. Люди в туалет ходят, там закапывают, я в пакет и в мусорку, ну, те, кто закапывают, там потом столько мух рождается, блин, пипец. Моя салфетка улетела. И я, ну, вот, после каждого, это сложно все там вот так вот жить. Но это вызовы, да. На работе там все понятно, мажешь клей, клеишь плитку. Никаких таких всяких ситуаций не возникает. А здесь я вот, наверное, 4 дня или третий день, блин. Один день покурил, другой день побухал, шашлыки там, ну, как бы за приезд там. Это, конечно, выбило из колеи меня, похмелье, все такое. Но когда в таких местах диких ты похмелье пережил, то уже трудности позади. И сейчас с ветром боюсь. Вот клима там, это посмотрим, как все будет. Но в итоге для чего все это делаю? Для того, чтобы как бы внутренне каждая сложная ситуация, новый опыт, внутренне ты как бы расширяешься и на многие вещи смотришь по-другому, да, вот это очень заметно. Тогда ты возвращаешься в свою обычную среду, на работу, ты уже ко всему относишься немножко проще. У тебя полностью все как бы для тела это полезно, дикие места. Поэтому я, наверное, сюда и езжу, да. Загорать еще люблю, купаться. Ну ладно, буду я кушать. Много ходить приходится. Ну или я не люблю на одном месте сидеть. Снимаю на телефон, камера полностью села, батарейки заряжаю сейчас.
Моя салфетка возвращается ко мне. Ветер со всех сторон. Она то туда, то сюда. Колбасы купил, булки. Сделал себе сэндвич. Я здесь встречал украинцев с Россией, немцы, англичане. Многие сюда приезжают так с палаткой пожить. Все, кто здесь побывал, все возвращаются, всем нравится такое место. Свои сложности, конечно. Если привыкли каждый день душ, белые простыни, туалет, кран, двери на замках, то здесь сложновато, да. Я знаю с России мужика, он на пенсии здесь по горам лазит. А некоторые, которые привыкли на диване лежать, они даже не могут спуститься к пляжу, потому что опасно и им сложно. Поэтому важно в тонусе держать тело, чтобы могли посмотреть дальше, чем находится ваша квартира и работа. Надо думать, как деньги сэкономить, что не покупать, чтобы себе поездку организовать. Как один мудрейший человек сказал, которого я встретил здесь, на Локолете. Здесь каждый раз кого-то встречаешь, знакомишься. Ну, здесь очень, знаете, как в детстве, у тебя появляются новые друзья. Прикольно. Так он сказал, если ты 6 месяцев работаешь и 6 месяцев отдыхаешь, то ты жизнь понял. Я вот подумал, на самом деле справедливо 6 месяцев отдыхать, а 6 месяцев работать, да, для того, чтобы хотя бы эти полгода отдыхать. Потому что если мы в год тратим 11 месяцев на работу, а 1 месяц на отдых, то как-то не пахнет как бы здесь мудростью, да, считай. Большую часть, это как по процентам посчитать, один месяц, ну 10%, 90% мы отдаем своей жизни работу, а 10% себе, это, конечно, печально. Поэтому я выкручиваюсь как могу, чтобы освободить себе жизнь. Но если у меня не получается, да и пофиг дым, как там получится, что там будет, я не знаю, но у меня была такая возможность, и я ей воспользовался. Могут меня кто-то осуждать, кто-то нет, но это мое решение, моя жизнь, и я делаю с ней, чего хочу. Страшно, но делаю. А если бояться и ничего не делать, ну, потом мы будем много жалеть о том, что мы не сделали, а не о том, что мы сделали. Что-то не так сделали, не так. Мы не будем об этом сожалеть. Мы будем сожалеть о том, что мы не сделали. Поэтому важно понимать, что старость придет, и уже вам плевать, вам родственникам, на вас, там, детям вашим. Как бы,
все равно. И свою жизнь вы берете сами ответственность и проживаете ее, понимая то, что кроме вас никто вам ничего не сделает. Поэтому это важно понимать и брать свою жизнь и быть режиссером своей жизни самим. А так, если вами постоянно помыкают, и вы актер в чужих руках, то потом, конечно, жизнь чпок и нету.